продолжается наше пребывание в Висле. Вчера ездили там на небольшую плотину, забирались до президентского дворца. Но надо сказать, что в Висле, в общем-то, особо делать нечего. Висла очень хорошее, конечно, место для тех, кто любит зимние виды спорта. Вот это да, это точно. Здесь такие хорошие лыжные трассы, видимо. Но вообще здесь хорошо зимой. А вот летом, собственно говоря, здесь не особо-то что смотреть. Но вот мы и посмотрели вчера, в общем-то, все тут достопримечательности. Но еще если забраться на эту Баранью гору, ну я не знаю, может быть, еще сходят они. А так, в общем-то, Висле делать нечего. Здесь мало вот этих вот именно троп, где бы люди ходили, как, например, в Закопанах. Вот в Закопанах, да, там хорошо и летом, и зимой. Зимой те, кто любит зимние виды. Очень много разных школьников здесь ходит. Видимо, здесь, ну, проводят летние, как лагеря, что ли, здесь, я не знаю. Ну, короче, здесь очень много людей, конечно, но особо смотреть нечего. Так вот, в Закопанах там специальные есть шляки для людей, трудности, разные трудности, и там все уже продумано, все там летом классно. Конечно, я чуть-чуть жалею, что мы не поехали в Закопаны. А если что, ну все, мы уже все здесь посмотрели. Ну так только теперь вот гуляем по Висле, по самому городу. Туда пойдем, сюда пойдем. Вот городской житель решил помочить ноги в Висле, в реке. Подумать только, вот это вот такая река, которая здесь начинается, она же протекает через всю Польшу. Просто красивые такие места. Конечно, основополагающая это здесь Висла, и вдоль нее очень много различных отелей, апартаментов. Вот, например, отель, прекрасный отель. Вот это люди по вот этим вот серпантинчикам поднимаются наверху. Очень хороший отель. Вообще здесь очень красивое место. Местность. Мы дальше прошли. Чуть-чуть вот центра Вислы. И вот тут вот река. И вдоль нее стена леса. Его не вырубают, прям вот оставляют вот эту стену. Красиво, очень красиво. И такой простор. Смотришь, когда собственными глазами. Одно, а когда снимаешь, вот кажется, что все это не охватывается, вся эта красота, весь этот простор.
простор. Вот, видите, как здесь красиво. Долины, склоны, все зелено. Люди довольны, гуляют, ездят на велосипедах. С детьми, без детей. Дети купаются. Очень хорошо. Мы красные.